Ну что, друзья, всем привет. Вернулся я наконец-то домой. Был на операции. Операцию делали на легкое. Передвигаться, к сожалению, сейчас пока не могу. Тяжело даже ходить. Восстановление длится до 3 месяцев. Сейчас весна, поэтому главное не подцепить никакую заразу, потому что легкие, как вы знаете, находятся в сырости. Поэтому реабилитация будет долгая. Надеюсь, все нормально будет. Выписали меня рано. Многие там лежали месяц, 2 недели, 3. Мне более-менее повезло. Сейчас я покажу, где я лежал, чем я занимался. Смотрим. Вот такой вид открывается с нашей палаты, с нашего отделения. Как выходишь из палаты, прям напротив окно. И там все отделения видны. Вот он я, весь помятый. Это на второй день. Трубка в легком торчит. Это моя баночка с кровью. Дышать тяжело. Подниматься тяжело. Поворачиваться тяжело. В общем, не знаю, что делать. Это первый этаж. Вот эта банка. И вот здесь вот я прогуливаюсь. Я на второй день сразу же начал прогуливаться, потому что, смотря на остальных, я понял, если я не буду шевелиться, я буду заживать дольше. Поэтому я потихонечку начал вставать, шевелиться, ходить. Самое тяжелое, это когда ложишься. Когда ложишься спать. А вот наша палата. Днем. Все вышли пока. Дедуля, он один спит. Вот мое место. Короче, у нас все забито. Через 2 дня многих не станет там. Ну, в смысле, выпишут. Вот наш коридор на 2-м этаже. Наше отделение. И вот так вот я прогуливаюсь. Это уже, по-моему, 4-й день. Потому что у меня уже походка чуть-чуть пободрее стала. Вот здесь вот коридор направо. Врачи, идем назад. В общем, я на 3-й день всю больницу уже обходил. Но для зарядки по лесенке обязательно. Вверх, вниз. Один раз, правда, я вечером переусердствовал, потому что ходил медленно, думаю, надо чуть побыстрее, чтобы легкие привыкли, потому что задыхаюсь. Начал ходить я по этой лестнице, туда-сюда, туда-сюда. 6 раз поднялся, спустился, и как начало болеть, поэтому я сразу пошел, лег. И пожалел, что я начал так резко бегать, прыгать. Вот по этому коридору люди выходят уже на выписку. Здесь мы проходим. И идем обратно. В общем, вот так вот я проводил эти все дни. Ходил, шевелился, старался. Больно, не больно, но надо. Здесь рентген слева. Это отделение урологии, по-моему, и гинекологии снизу. Вот здесь у нас библиотека небольшая. Многие здесь книжки читают. Ну, в принципе, сейчас все в телефонах. Но, тем не менее, я видел, что читают. Коридор у нас весь озелененный, красивый. Вот забирают труп. Вчера умер мужчина. Жаль, конечно. Это с другого крыла лестника. Здесь я тоже поднимаюсь, спускаюсь. Здесь можно спуститься и выйти через другое крыло, подняться к нам. На улице уже солнечно. Весна. Вот такой красивый пейзаж. Это прямо перед нашей палатой находится. Цветочки, картина. В общем, красота. И вот такой вот жутковатый ночной коридор. Особенно, когда выходишь и никого нет. Так, ну в принципе все, снимал я немного. Просто решил показать, где был. Теперь не знаю, к сожалению, когда смогу снимать видео.
Надеюсь, через неделю смогу уже более-менее ходить, так что ждите, все заканчиваю. Больно держать руку. Всем спасибо, кто поддерживал, поддерживает. Всем пока и до новых встреч.